Всем большой привет, дорогие мои зрители, и сегодня у меня хорошая новость на моем канале. У меня будет конкурс. Давно у меня не было конкурсов, так сказать, прям очень давно. Но, тем не менее, я решила возобновить небольшую традицию. Это птица Феникс, и я очень надеюсь, что тому, кому она полетит, принесет удачу, счастье и успех. У меня есть два варианта одной и той же картинки, то есть либо вот так вот, либо вот такой вот у меня вариант тоже есть. Обе работы пойдут одному человеку. Это вектор, то есть он полностью адаптирован под стоки. Тут нет открытых путей, и оно подходит по разрешению, да, 2000/2000, то есть под все стоки. И, конечно же, тому, кто выиграет, если вы еще не стокер, да, я полностью вас проконсультирую, то есть как, что и как вообще делать, куда загружать, да, и так далее. И теперь поговорим про условия конкурса. Так как у нас птица Феникс, да, то есть удача и, так сказать, что-то такое мифическое, почему-то мне показалось, что это будет, скажем так, очень в тему. Итак, какие же условия моего конкурса? Я думаю, кто смотрит меня достаточно давно, знают, что у меня есть хобби. Да, у меня есть хобби, это чистый город, неважно, где вы живете, в России, в Турции, в любой другой стране. Чистый город подразумевает просто заботу о природе и так далее. И условия конкурса будут очень простые. Для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе, просто подпишитесь на все социальные сети, которые представлены на сайте lovehome.world. Это абсолютно волонтерский проект, то есть никак я абсолютно на нем не зарабатываю, но занимаюсь раскруткой, скажем так, уж как могу. Вот, поэтому, чтобы замотивировать своих дорогих подписчиков, чтобы тоже привлечь внимание, я придумала такой конкурс. Здесь только Инстаграм, получается, Ютуб, Фейсбук и ВКонтакте. ВКонтакте – это отдельная группа. Это все группы для чистого города, то есть для того, чтобы просто, скажем так, сделать эту идею, скажем так, может быть, чуть-чуть более доступной, более популярной и так далее. Для того, чтобы я узнала, что вы участвуете в конкурсе, то под этим видео в комментариях укажите ваше мнение, что вы думаете, и просто напишите, что участвую в конкурсе. Я комментарии буду выбирать вручную, то есть я не буду пользоваться автопоиском. То есть это... Мне действительно важно ваше мнение, мне действительно важно какие-то советы, то есть кто что предложит на эту тему, то есть как улучшить, как развить, что добавить. Вот, не бойтесь критиковать, не бойтесь говорить правду. Вот, здесь и сейчас, наверное, это самое будет актуальное и полезное. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все условия конкурса. Поэтому, если вам это интересно, если вам хочется поучаствовать, испытать свою фортуну и свою удачу, то обязательно участвуйте. Я буду всем-всем-всем очень-очень рада. Вот и все. Надеюсь, видео было хоть чуть-чуть полезным и интересным. Конец конкурса будет, получается, у нас... Ну, допустим, вся следующая неделя будет конкурс, и в следующее воскресенье мы подведем итоги. То есть 18 числа будем подводить итоги. Все, всем спасибо за внимание и всем пока.